Всем привет, с вами Зик, и как вы видите, новая картинка, но старая игрушка. Happy Wheels, продолжаем проходить, неудачные моменты, к сожалению, не будем показывать там, вот. Но постараемся сделать так, чтобы было весело, вот. Что-то новенькое у них появилось, давайте их сначала пройдем. Это официальные уровни, так, давайте, так. Хей, Линк, же... Стоп, не вижу. Не понял, что там написано. Ну ладно, по-любому, едем вперед. О боже, что, какого? Бедняжка, сын. Ой. Окей. Так, а мы знаем, кто это будет. Бедняжка с нуля. Ой-ой-ой-ой-ой. Не получается. А вот получилось проехать. Так, хопа. А-а-а! Ладно, еще раз. Это уже как-то... Не то, что... Я не сильно фанат этого уровня. Я вообще в него не играл, считаете? Вот. Ой. Что ж такое-то? Я сейчас издаю такие звуки, как эти. Ну ладно. Как я уже говорил. Если вы вам нравится мое видео, то там откомментите, ставьте лайки, потому что как-то так. Или подписывайтесь на канал даже так, а то когда. Немного обидно видеть на Ютубе, вернее ВКонтакте, 500 человек в группе. О боже, что случилось? Ладно, мне этот уровень не нравится. А в подписчиках всего 180 человек. Это как-то... Ну, сами понимаете. Ой. Что-то странное произошло. Я, по-моему, это играл даже. Ой. Ой, фиг знает, что происходит. Не буду проходить этот уровень. Он мне не нравится. Да, но Индиана Джонс оторвала голову. Так, Gear Fun. Что-то такое странненькое название. Ну давайте попробуем. Ой. Gear Fun, действительно. Ой. Не очень-то интересно как-то. Ладно, попробуем еще раз. Ой. Нам позвоночник сломали. Так. Free for Meteor. Ой, мне кажется, да. Я, блин, угадал то, что за мной ехал этот... Окей, давай, чоп. Смешно. Давай! Как уже... Ну давай, кто мусорник поставил? Бомжи. Забавно. Оп. Тогда мы успеем. Мальчик пошел нафиг. Нафиг мусорник поставили. Упс. Ай-я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 й. Мои кишки повисли. Не знаю почему. Смешно так. Настроение вообще какое-то такое сегодня. Смешли. Быстрее едь. Ого! Ты как-то высоко прыгал. Быстрей! Быстрей! Я прям на столе подскочил. Этот уровень прям как-то завораживает. Ой. Да.
Ой, какой ужас. То есть, чем мы быстрее поедем, тем мы быстрее приедем. Нафиг мальчишку. Кинь мальчишку. Давай, без ноги доберешься. Быстрей. 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 Нафиг тетку. Жируха. Ужасный уровень. Да. ASDF move. Слоу. Ой. Ой. Да, действительно, нажимаю слоу ехать. Ой, что-то я не то как-то сделал, по-моему. Хотя... Нормально все. Ой. Да я... Картошка. Не знаю, почему я такое веселое настроение. Это, скорее всего, еще со вчерашнего. Киллер. Киллер, это хорошо. Негр киллер. Ой, о как. Санта. Давайте даже побольше остановимся. Не знаю, как вам, мне Санта никогда не нравился, мне Санта. Мне Дед Мороз больше. По душе. О. Так, стоп, мы одного не убили. Миссия не выполнена, какого? Ну ладно, уровень. Мне не по душе такие уровни. Save the little kid. Давайте сохраним его. Значит, это может быть так. Ой. Вы что, гомосечки, что ли? Ну ладно, мне как-то... На пофиг, если честно. Ой. Что-то не... Save me. Так, стоп, 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 стоп. Я-то думал, нужно было что-то с этим сделать. Знаете, что херь какая-то, а? Лэм Нифамас. Не знаю, давайте на этом. Ой. Ха. Кишки везде. Мясо. В общем, мы все поняли, что это такое. О-о-о. Ой. Вот я как? Должен что, ляжками, что ли, цепляться? Вот как? Вот как? А, блин. Вот что? У меня нога застряла. Вот как я должен попы цеплять или что? Вы мне объясните, а ты как-то не понимаю. Вот че я должен цепить? Да что? Недоработанный уровень. Ну, сами видели, как я там попы должен цеплять, что ли? Так. Не знаю, я по-итальянски не понимаю. Стоп. По-моему, я пролетел финиш. Ну ладно. Ха-ха-2. Это уже звучит смешно. Ой-о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 й
Посмотрите, как прикольно. Это попа моя. Ладно. Это... Не, ну да. Задница моя. Нога, вторая нога, кишки. Попробуем еще раз. Сыну отпустим. Ой, как ужасно.
Мы живем. Моя голова. Ну что, опять-таки. Ой-ой-ой-ой. У меня чуть ли колесо не сломалось. Ладно, еще раз. Последний раз. Ладно, если назад поехать. Чё? Мой велик сломали. Ох, не знаю, почему такое веселое настроение. Челлендж. Хорошо. Пусть будет челлендж. Ой. Вот как такое могло произойти? Вот это больно. Вот это еще как больно. Как хорошо, что я без головы. Ладно. Поедем нормально, что ли? Ой. Я сказал, как бы нормально. Что? Какого? Ладно, сейчас. Да, мы проехали. Ой. Ой, как повезло-то. На руки нет, но так повезло. Эй, хер вам. Ой, какого фига? Ладно. Хотя, ладно. Последний раз. Последний раз не будет. Слово мой. My family guy quit. На Ингас ТВ. А, типа нужно было читать. Окей. What the dude does? Quagmire have pilot B, значит да, B. Он пилот. Кто не знает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы не то сделали. Поскольку мы знаем, что он пилот. Да ей-ей-ей, так. What's the street? Ага. So, scooter. Если честно, я просто... Я не знаю, где... Who is my... Бонни. Да, Бонни на нем жената. Да, я второй вопрос тикнул наугад, поскольку я не понял. Вернее, я не знаю, на какой улице они живут. Вот. Ну, соответственно, very, very, very hard level. Финиш. Я думаю... Ой, так в попу-то понатыкали. Негры прямо какие. Блин, вот почему именно в попу? Вот объяснить. Ой. Ой. Я еще раз хочу. Окей, еще раз. Оп. Фиг, да? Еще фиг. Нет, не фиг. Кстати, вот хорошо то, что стрелы ломаются. Как-то так реалистичность дают, что ли. Так, это как-то я непонятно согнулся. Но я еще продолжаю ехать. Посмотрите, в каком я положении. Да, как-то не хочется мне в это больше играть. Jet file. Just for fun. А если так? Викай. Окей. Фигня какая-то. Сейвс. О, вот это я люблю. Ну, что. Опачки. Ой. Да мы застряли. Блин.
Смешно, ладно, еще раз давайте рискнем. Оп. 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 А, негр жив остался. Ну давай, 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 выбирайся, выбирайся. Дыши попой. Вот такая поза почему-то напоминает ежика, который научился дышать попой. Вот, нет? О, да. Я выживу. Я выживу. Качай пресс. Качай пресс. Ну же. Ай, килл, ладно. О! О, вот это круто. Отдай меч. Хотя ладно. На тебе еще. Ладно, возьмем от тебя меч. Отдай меч! Отдай! Отдай! Отдай меч! Ай, ладно, возьму еще один. На тебе. На тебе, вот, не отдавал мне меч. Не отдавал! Эй, засранец! Отдай меч! Эй, ну и ладно, у меня еще виден. Отдай руку! Отдай руку! Отдал. Так. Ну, давай. Эй. О, блин, какая-то у них поза такая не очень. Ладно. Понятно, почему это... Финиш Уайт. И в чем же этот прикол? Посмотрите. О, как ужасно. Ладно, еще раз. Я теперь понял, как там. А я... Ой-ой-ой-ой-ой. Я хотел понтануться, то, что я умею кататься на одном колесе. Ну ладно. На переднем колесе. Я и так умею! Я умею! Нет, 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 я не могёт. А я не могёт. Хотя ладно. А если еще раз? Все части тела и все. Пите. Так, мы сделаем вот так вот, чтобы. Ой. Как ужасно так. А вот что будет, если назад поехать? Ладно. Последний шанс, можно сказать. Бедный сынишка. Ну. А, почему у меня? Почему не в сынишку? Да. Буратинка прям какой-то. Так. Майн Part 1. Думаю, это будет последний уровень. Это что? Ой. Что произошло-то? Ой. Ой. Ну и ладно, думаю. Думаю, так кататься будет лучше намного. Я еще живу, но у меня... А, ничего, я не живу. Я умер по потере крови. Ладно, еще один уровень, потому что... За бомб, солей. Бомбовая аллея какая-то. Это скорее... Какого черта? Ладно, еще один последний уровень, чтобы был нормальный. Dead, окей. У меня звездочек много. Хорошо, вот это возьми. Ой, что-то мне не нравится этот звук. Ой, бедный сына! Сына, ты убил отца! Они такие милые. Ладно, чтобы этого не произошло, больше нужно убить сына. Будет что смешно, если я не выживу. А сын, нет, нет, сын, вот сын умер. Ой, как ужасно-то.
Ладно, еще раз. Так важно, поменяем персонажа. Думаю, вот это возьмем. Хорошо, прям прекрасно. Хоп. Опа. Прям БМиксеры. Хоп. Ой. Хорошо. Гуд. Вот это жестяк. Да. Ну, думаю, на этом все. Всем спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Ставьте пальцы. С вами был Дик, до скорых встреч. А еще хотелось такое маленькое обращение. Ну вот, как бы, смотрите. То, в общем, я до конца не уверен, покупать мне новый микрофон, довольно дорогой, или нет. Вот, если хотите, чтобы я продолжал делать видео, там, по Майнкрафту или почему-то еще, там, отпишитесь в комментариях, там, где-нибудь... Или на Ютубе как-нибудь там мне пришлите в личку. Чем больше людей это сделает, тем больше шансов, то, что я буду продолжать этим заниматься. Потому что немного некоторые проблемы с учебой. Вот. Ну и, соответственно, сами понимаете. Еще раз всем спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы. С вами был Дизик, до скорых встреч.